Здравствуйте, Xperia U, моя в руках, и замена слота сим-карты. Очень частая проблема. Вот он такой слот сим-карты. Очень часто выходит из строя, потому что многие вставляют микро сим-карту и во время вытаскивания слот ломается. Разбираем телефон. Болтики не путаем. Разная длина, разная резьба. Вытащим сим-карту. Вытаскиваем плату. Вот так вот. Вот он, слот сим-карты. Видите, три пункта не хватает. Снимаем феном, ставим температуру 400-450 градусов. Ставим держак. Греем. По всей поверхности, по периметру. Можно снимать снизу и ставить новый слот, тоже можно снизу, разогревая, но я считаю, лучше и безопаснее это делать сверху. Добавляем флюс. Снимаем верхнюю крышку.
нижнюю часть. Сняли новый слот, снимаем верхнюю крышку, вот так вот выдвигаем вперед, крышку назад, снимаем нижнюю подложку, устанавливаем, держа, можно убрать. Поставили на свое место. Прихватили. Добавили флюс. Добавим припой. Паяли, ставим верхнюю крышку, задвигаем вот так вот вперед, как она должна стоять, и припаиваем. С другой стороны. Здесь можно сверху. И с этой стороны. Еще раз повторяю, все это можно делать снизу феном, но это займет много времени и довольно опасно греть плату снизу, потому что
все залито компаундом. Проверяем. Механизм работает. Вставляем плату. Застегиваем шлейф. Верхнюю рамку. Ставим батарею, сим-карту. Включаем телефон. И проверяем. Телефон включился. Загружается. Все работает, сим-карта читается, запрашивает пин-код. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кому понравилось. И до следующих встреч.